А в румян Артур после победного матча над Сочи, во-первых, доволен игрой, забил гол, всегда, наверное, приятно забивать, да? Да, очень доволен игрой, у нас сегодня многое получалось, контролировали мяч, ну и получилось отметиться голом, давно не забивал, вот получилось. Ну скажи, повезло или это мастерство? Вряд ли повезло, мы каждую неделю проводим большое количество тренировок, и Бог все видит, воздалось. Ну и последний вопрос тебе сразу. А все-таки чувствовал, что это южное дерби, такое особое противостояние, тем более после ничей с Рубином хотелось, наверное, победить? Да, конечно, мы прошлый матч сыграли не очень хорошо, ничья была, дома хотели выиграть, тем более Сочи, южное дерби. Очень хотелось победить, что мы и сделали.